Привет, я рада видеть вас на своем канале. Сразу сообщу, что я начала использовать микрофон, и напишите, как звук, или изменилось что-то, стал ли звук лучше, чем был раньше, потому что, ну, это же важно для меня понимать, или этот микрофон работает так, как я хочу, чтобы он работал, потому что много было комментариев, что плохой звук, да я и сама понимала, что звук не очень, поэтому вот как-то решили эту проблему. Жду от вас коммуникации, или эта проблема действительно решена. А теперь поехали о главном, о чем сегодня будет видео. Ну, да, я думаю, по названию вы уже поняли, что сегодня я буду рассказывать про 17-й каталог. Что в нем хорошего, что мне понравилось, что нет, и так далее, и тому подобное. Расскажу вам сначала свою печальную историю, потому что этот каталог я уже записывала в обзоре. Я просидела, видео на минут 20 было, и каким было мое разочарование, когда видео само удалилось чисто случайно, ну как само, моим пальцем, ну случайно. В общем, это были чуть ли не слезы у меня на глазах, потому что это было так обидно. Это я выделила этих 20 минут как раз такого напряженного времени, когда у меня там завтра поездка, сегодня куча надо дел сделать, я тут записываю видео, оно бац, не сохраняется, ну капец, короче, ладно, все, проехали. Я думаю, сегодня все будет хорошо. Поехали про каталог. Ну, первым делом я вижу красивую обложку каталога, и на обложке новинка Люмината. Это крутой аромат, который очень понравился моей маме. Он у меня уже есть, я его привезла с конференции. Обзор этого аромата есть у меня на канале, поэтому если вы еще не подписаны, подписывайтесь, и на моем канале сможете найти вот эту новиночку. А еще пару слов про мой канал. Мы, в моем лице, я сделала такой ребрендинг, потому что я изменила название своего канала, я написала просто свое имя. Потому что в запросах, знаете, есть такие программы, которые проверяют запросы, и в запросах реально намного больше запросов со словами Ангелина Суркова, чем Ангелина Avon Life. Поэтому название канала сменилось, я сменила так же само и фотографии на канале, шапку канала, в общем, кардинально изменила, и думаю, сейчас мы станем еще более продуктивными. Значит, поехали уже про каталог наконец-таки. Значит, обзор ароматика есть, да, ищем, там он, там все хорошо, найдете, не так давно я его записывала. Далее мы понимаем, что у нас здесь две обложки, то есть можно сделать вот так, и будет новогодняя обложка. Ну, конечно, мы просто все очень привыкли на Новый год видеть каталог Avon с какими-то новогодними счастливыми лицами и понимать, что на обложке аромат, это весьма странно, для нас непривычно, потому что, ладно, там какие-то мелкие новинки появлялись на 17-й компании, но аромат, причем такой крутой масштабный аромат, никогда не появлялся в 17-й компании. Насколько я помню, в 16-й не было таких крутых новинок, просто там уже были, ставку делали на какие-то распродажи, на подарочные наборы, но не на аромат. Поэтому сделали двойной вариант, типа, вот как бы и обложка с ароматом, а вот как бы вам обложка ваша любимая, стандартная. Мне очень нравится обложка с ароматом, но не для 17-го каталога. Реально, я тоже привыкла 17-й каталог видеть новогодним, и мне хочется увидеть именно эту обложку, поэтому я бы реально сделала бы вот так. И еще что я заметила, ну вот какие-то такие тона спокойные в этом году, обычно такие яркие, красочные, красные, синие, ну что-то такое яркое, зеленые на обложках, здесь у нас такой спокойный дизайн, и мне больше, конечно, нравятся красные, такие яркие. Вот такой дизайн мне больше бы понравился на 16-ю компанию. Ну, вот так вот. Ну, в принципе, все хорошо, красиво сверстано, да, но вот как-то оно не так привлекает внимание, как это было раньше. Это такое мое впечатление. Сразу на первой страничке мы видим акцию. Акция у нас такая. Мы собираем продукцию 17-го каталога на сумму 499 гривен или 999 гривен.
И если у вас по 17 каталогу будет такая сумма, вы сможете в первом каталоге заказать себе подарок. Если была сумма 499 гривен, мы можем купить что-нибудь из вот этих продуктов за 79 гривен. Если было на 999, то что-то из вот этих продуктов за 99 гривен. Продукция одна и та же, просто здесь у нас 30 мл ароматы, а здесь женские 50, мужские 75. Люблю такие акции, это прикольно, так как я партнер и я всегда делаю заказ на 1000 минимум, то я уже автоматически иду по вот этой, по второму шагу, нет, по второму уровню этой акции. Значит, про аромат я сейчас рассказывать ничего не буду, уточню только, что цена его по каталогу 299 гривен, это доступная цена, и она соответствует этому аромату, поэтому все хорошо, все круто. С ароматом можно заказать подарочный пакет за 19,99. Я хочу остановиться более детально на вот этом аромате. Это мужской аромат, который идет как бы в паре с люминатой. С люминатой. Это Avon Senyo. Не знаю, наверное, так. Если честно, не знаю. Кто знает точно, поправьте. Аромат я пробовала в Реале его понюхать на конференции. Это реально крутой мужской аромат. Это мега крутой мужской аромат. В каталоге. Ну, в каталоге он примерно такой же, просто он ощущается на несколько тонов слабее, можно так сказать. Потому что в реальности он более яркий. Он такой же самый, это тот же самый аромат, как и в каталоге, но он более яркий, он быстрее открывается. Если здесь нужно принюхаться, просто он не такой яркий здесь на страничке. Цена такая же самая, как и у Люминаты. Тоже, можно сказать, подарочный пакет. И подробнее об этом аромате. Это у нас древесный аромат, ветвер. Дубовая нота и виски. Вот так вот на Новый год дарите своим мужчинам аромат Avon Senyo. Если это Senyo, конечно. Вот. И будет ваш мужчина пахнуть висками. Висками. Слово-то такое смешное. Так вот. Аромат реально прикольный. Вот реально прикольный. Мне он понравился. Я не знаю, мне кажется, Диме моему тоже понравится. Такой интересный аромат. Надо заказать пробник, будет в 16-й компании. Или по фокусу, там в 16-й компании его можно заказать. По цене пониже, чем в каталоге. Ну, в общем, интересный. Обратите внимание на этот аромат. И есть бьюти-бонусы к двум этим ароматам. Для мужского это шампунь-гель для душа за 29,99, а для женского бьюти-бонус это вот такие крутые сережки с камнями Сваровски за 99 гривен. Как подарок на Новый год, мне кажется, это просто мега круто. Берете в подарок кому-то аромат и себе сережки оставляете. Или наоборот, берете в подарок себе аромат и кому-то сережки на подарок. Или вообще делаете круто, покупаете ароматы и сережки и дарите, и это будет просто невероятно крутой подарок. Мужчины, обращаю внимание ваше на вот эту вот акцию для ваших девушек. Это будет самый крутой подарок. Вот такой аромат, он реально подойдет каждой девочке, потому что он настолько универсальный, что и я бы им пользовалась. Вот у меня и у моей мамы совершенно разные взгляды на ароматы. Она любит то, что я бы не носила на себе. Ну, то есть то, что мне нравится, но я бы на себе не носила. Так же самое и у нее. Но с Люминатой вообще отдельный разговор, потому что мне нравится его тоже на себя одеть, и он так хорошо открывается, он открывается на каждой девочке по-разному, поэтому обращаю ваше внимание именно на эту акцию, плюс сережки с камнями Сваровских, ну, ребята, ну, это, по-моему, самый крутой новогодний подарок, который только может быть. Дальше у нас в каталоге там всякие предложения, подарочные наборы, today, значит, внимание, ребята, кто сейчас смотрит меня в период действия 15-го каталога, обращаю ваше внимание, что на Новый год
ароматы от Кинзо будут по полной цене 499 гривен. Никаких акций на них не будет, поэтому в 15-й компании закупайте Avon Life, если вы хотите его подарить кому-то на Новый год. Дальше куча всяких ароматов. Это привычное у нас на Новый год. Декоративка самая популярная, ароматы. Все на первых страницах по типа крутым ценам. Наборы всякие разные. Наборы NU, крутые наборы подарочные. NU, мне кажется, тоже для подарка вообще супер. Вот, что я хотела вам показать. Ну ладно, вот этот женский набор. Ну нормально, да? Ну как, для подарка ничего. Но вот это... Знаете, что это такое? Это триммер для удаления волос с носа. Как вам такой подарок на Новый год? Если бы я такой подарок подарила Диме, он меня бы убил. Не, ну не в прямом смысле слова. Ну мы бы с ним поржали, конечно, с этого подарка. Разумеется, ему дарить не буду такой подарок на Новый год. В общем, цена 159 гривен. Это Кова предложение. И... значит, на нем написано, что это Avon Kia, то есть это из линейки Avon Kia, триммер, из линейки кремов, на минуточку. Но дизайн его прикольный, он выглядит прикольно. Но как подумаешь, что это триммер для удаления волос с носа, сразу забываешь о том, что это чисто теоретически может даже быть подарком. Ну нет. Ну капец просто. Додумались. Не, ну в принципе, типа, наверное, полезная штука, я не знаю. Да. Ну, интересно. А значит, наборы для девочек косметические. Прикольно вот эти вот с этим мультиком. Прикольно придумали. И запах классный. И есть здесь всякие духи, ароматы для девочек. Прикольно для, если у вас доченька, хороший подарок можно сделать. И для мальчиков тоже такая версия есть. Тут шампунь, гель для душа и детская туалетная вода в виде спрея для тела. Шампунь у меня уже такой есть. Значит, по аромату, вот как он здесь пахнет, так он и будет в реальности пахнуть. И самое интересное, что это не детский аромат. Он реально пахнет как ну, мужской, не для взрослого мужчины, да, а вот, ну, вот мужской аромат, вполне такой себе интересный вариант. В общем, отдельный обзор на этот шампунь будет на моем канале уже совсем скоро. Можете заказывать себе вот такие подарочные пакетики. У меня уже есть такой подарочный пакетик, я его привезла с офиса. Недавно была в офисе, мы с руководством там обсуждали некоторые вопросы, и там в конце же, конечно, дарят подарочки, и вот там мне подарили подарочек вот в этом пакетике. Такой прикольный пакетик, прикольная надпись, «Твинный кращий подарунок в середине». Интересная штука, можете заказывать себе... на Новый год для своих подарочков. Значит, рассказывать про духи, персив, ив и все такое я вам, наверное, же не буду. Я думаю, вы все знаете. Так, у нас возвращается в 16-м каталоге, и в 17-м он тоже есть. Это аромат Celebre. Аромат, вот он у меня есть тоже. Тоже обзорчик на моем канале совсем скоро, вот уже на днях выйдет. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Я думаю, многие об этом аромате знают. Я не знала об этом аромате раньше. Вот. Ну вот, кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, или вы любите этот аромат. Значит, есть вот такие подарочные наборы для мужчин. Инструменты. Вот это тоже инструменты. Это USB кабель, по-моему. Да. Значит, насчет инструмента. Все бы хорошо. Ну, вот этот прикольный, крутой. Я не знаю, цена, конечно, 529 гривен. Мне кажется, это много. Но тут внутри не так много инструментов, как хотелось бы за такие деньги. Но, в принципе, с другой стороны, я не покупаю эти инструменты каждый день. И я не знаю, сколько они должны стоить. Так что, мужчины, напишите мне, пожалуйста, или это адекватная цена вот для такого набора. Вот все, что нарисовано, то в нем и есть. Есть еще один набор инструментов. На картинке, если честно, я вижу только шурупчики. Но тут описание другое. Христовые выкрутки, плоские выкрутки, лихтарик.
За 199 гривен. Тоже напишите мне, или это адекватная цена, или это немножко перебор. Есть часы, вот запонки. Насчет часов у меня, конечно, свои мысли. Я не люблю подарок часы. Я считаю, что часы... 3 часы. Но я как бы в приметы не верю, и ею никогда не пользовалась. Мне самой дарили часы. Моя одногруппница на день рождения дарила часы. После чего мы с ней перестали общаться, но я как бы не привязываю это к примете, там это свои приколы. Но я считаю, что человек должен сам себе купить часы. Вот это у меня такое, это знаете, как... Я даже не знаю, как это назвать, но часы это такая интимная вещь, которую, в принципе, человек должен сам себе выбрать. Напишите мне в комментариях, кто знает про такую примету. Я просто даже не знаю, что там в конце, почему нельзя дарить эти часы по примете, потому что что там случится. Кто знает, напишите. И напишите, дарите ли вы часы и дарили ли вам часы. И что ж там интересного случалось. Потому что я же говорю, в приметы не верю, но часы никогда не дарю и не хотела бы принимать их в подарок, потому что люблю часы выбирать сама. Куча всяких наборов. И знаете, что интересно? Этот каталог сделан не просто как каталог, а еще и как журнал. Тут можно прочитать гороскоп. Давайте прочитаем, что меня ждет. Я Овен. Хочешь розпочати нове життя? Ну, в принципе, почему бы и нет? Цього року в тебе є всі шанси на повний апгрейд. Почни з іміджу, експериментуй з макіяжем, спробуй нові кольори, примірій неочікувані образи. Окей. Я уже начала экспериментировать, обрезала волосы. Правда, это случилось не в 19 году, а в 18. Ну, в общем, в эти всякие гороскопы я тоже не верю. Значит, помада у нас в новогоднем дизайне прикольном. Декоративка тут ничего не меняется. Тут единственное, что я хочу вам сказать, что крутая цена на помады «Взрыв цвета» и на... трансформеры. Кто еще не видел обзор на трансформеры, на моем канале есть целых 3 на разные помады. Посмотрите, цена 59,99, это действительно вау цена, потому что ниже, чем 89 гривен, я не видела цену на эти помадки. Так, я декоративку сразу пропускаю. Хочу с розовой лентой вот поговорить. Вот это вот интересная штука, потому что... Все, что компания берет с нас за эти товары, идут, ну, эти деньги идут на благотворительность, на закупку всяких маммографов. В общем, штука интересная. Я думаю, тут важно было бы что-то приобрести. Я раньше много приобретала, потом что-то забила на это. А вот сейчас, думаю, нужно вернуться и обратно что-то купить, потому что это круто. В каталоге много всяких предложений на украшения, есть даже там «Найди свое число судьбы», кто верит, так что можете найти свое число судьбы. Есть вот такие прикольные кольца со знаком зодиака. Эти кольца чем крутые, потому что там не надо искать размер, они универсальные, можно зажать, разжать, и они налезут, не будут спадать. У меня есть такое кольцо с буковкой. Есть кошельки в каталоге тоже с этими, со знаками зодиака. Ну, в общем, все под Новый год, все про знаки зодиака. Крутые вещи, но по цене, я не знаю, немножко дороговатые вещи, именно одежда. Я бы не сказала, что прям вот круто, ну да. Немножко дороговато. И колготки будут по красным ценам. Можно купить колготки вот эти, особенно вот эти красные, сиреневые, зеленые по 99 гривен. Это, по-моему, самая дешевая цена, которую я видела за последнее время. Так что обратите внимание. Так, очень много одежды. И вот это то, что мне очень нравится. Посмотрите, какая домашняя крутая одежда. Это платьишко, оно, наверное, такое мягкое, в нем можно, наверное, жить. Невероятно крутое. И вот такое платьечко тоже мне нравится. Это у нас, наверное, хлопок.
Цена этого платьишка, кстати, не очень такая дорогая. В последнее время вот такие домашние одежды очень дорого стоят. Здесь 399 гривен, и это, наверное, самое дешевое из того, что было. А вот это теплое платьишко стоит 649 гривен. А теперь внимание, ребята. Я же все ждала, пока появятся тапочки, потому что в 14-й компании я протыкала и не купила тапочки. И зря я ждала, потому что цены на тапочки в этом каталоге, ну, конечно, трохи космические. Вот эти вот тапки 349 гривен, вот такие тапки 299 гривен, самая дешевая цена это 229 гривен, а вот такие тапочки-балетки. И самое интересное, девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто хотел бы две пары носков, это целые две пары носков за 249 гривен, это нереальная цена, ребята, компания Avon, о чем вы думаете, какие носки за 250 гривен? Ну реально, ну вот такие носки, вот такого качества носки в АТБ за 15 гривен продаются. Но это уже не серьезно. Реально качество такое же самое будет. Я уверена в этом на все 100%. Новогодние игрушки. Очень интересные новогодние игрушки, которые светятся, которые в распродаже. Совсем недавно я купила по 50 гривен, так что... Ну, я покупила за 50 гривен одну, а здесь у нас 339 гривен. Это два набора, это 4 игрушки. Ну, так, конечно, трохи... Тоже дороговато. Тоже можно пойти в АТБ и купить дешевле. Вот такие новогодние причиндалы, скажем так. Формочки, как подарок, это пауэрбанк, значит, штучки для того, чтобы туда ставить шампанское. Не помню, как они называются, салфеточки всякие. А есть вот такая кухонная штукенция. Ее можно по-разному использовать. У меня была похожая, мы ее покупали очень давно, я еще партнером не была. Мы купили, она была такая желтенькая. И знаете, в чем проблема? Там вот все насадки, которые ставились в формочку, они падали, они не крепились. Я не знаю, может быть, здесь все лучше сделано. Не знаю, кто возьмет вот это вот. Я вас очень прошу, напишите мне, как качество, потому что то, что я взяла когда-то давно, меня очень разочаровало, мы им не пользуемся, потому что это невозможно пользоваться. Все формочки просто-напросто не подходят по размеру друг к другу, они просто выпадают. Так, что у нас еще тут интересного? Опять знаки зодиака. А, если вы свой знак зодиака не нашли на первой страничке, не переживайте, найдете где-то дальше. Всякие индюшки по тоже крутым демоценам. Масочки. У нас идут уже вход масочки. Вот эти две у меня есть на лице. Сделала обзор. Он у меня на канале уже есть. Можете просмотреть. А на вот эту обзор я не делала, потому что я оставила эту масочку для своей мамы. Кому интересно узнать про маску Сяйво, вообще просто про эти корейские маски, заходите на канал и ищите обзор, по-моему, это было, это будет видео перед видео вот этим, которое вы сейчас смотрите. Я надеюсь, я вас не запутала. Новогодний дизайн Avon Kea, как всегда. Были Деды Морозы, сейчас уже елочки, тоже как на подарок, вот именно такой бюджетный подарок, можно. Я так думаю. В общем, дальше, в принципе, можно вот так пролистывать. Там все то же самое, что и обычно. Гели для душа, мыло, шампуни, пенки для ванны. Все как обычно, все как всегда. И есть вот такие вот пенки в новогоднем дизайне. Очень крутые. Именно дизайн их крутой. Можно детям брать и дарить на подарок. Ну, круто они заходят. Прям круто-круто. Вот такой набор за 89 гривен. Это у нас, по-моему, молочко. А, нет, часик для знатья, макияжа зубей и тушь. Наборчик стоит 89 гривен. Вполне такая себе крутая, приемлемая цена. И Avon Kea, опять же, в новогоднем дизайнике с мишкой. И с Дедом Морозом есть. Я думала, не будет. Есть и с Дедом Морозом. И вот такой крутой мини-набор. Это маленькие кремики для рук, вот такие. Это очень удобно в дорогу. Это очень удобно в дорогу. Поэтому вот это очень крутой подарок. 79,99. И у вас вот такие три маленьких кремчика. Это просто вау. И самое крутое предложение на средства гигиены. Это гель для душа и мыло за 39,99. Такая цена обычно для геля для душа стоит. И это минимум, который был для геля для душа. А тут еще и мыло есть.
Мыло классное, надеюсь, я его еще не брала, но обязательно хочу заказать в следующем своем заказе мыло. Поэтому, опять же, подписывайтесь на канал и ждите распаковочку следующего моего заказика. И проверьте, заказала ли я это мыло. А то я иногда говорю, хочу заказать, а потом не заказываю. Ну и если мыло реально крутое, сделаю на него обзор. А если оно плохое, я тем более сделаю на него обзор. Потому что мыло у нас было когда-то, но это было... Совсем другое мыло. Здесь у нас 4 разных варианта мыла. И это Avon Senses. Это тоже та же самая линейка, что и для гели для душа. Вот такой каталог 17. Много подарков. Очень много подарочных наборов. Я не показывала, потому что их здесь очень много. Если бы я показывала каждое, то видео затянулось бы минут на 40. И так я уже 25 минут говорю с вами. И поэтому я думаю, что пора подвязывать с этим и идти пить чай, потому что у меня уже во рту пересохло от баса. Всем спасибо за внимание, подписываемся на канал, не пропускаем обзоры новинок и обзоры всего, что я вам пообещала сделать, и ищем обзоры, которые уже есть на моем канале. Всем спасибо, всем пока, и еще минуточку внимания, 2 минуточки максимум. На моем канале проходит... не на канале, сори. Заговорилась. В моем инстаграме проходит конкурс. В этом конкурсе можно выиграть аромат от Kenzo Takada Avon Life. Сейчас, если быстренько найду, пока говорю, то покажу. О, вот. Вот этот аромат можно выиграть совершенно бесплатно у меня в инстаграме. Просто заходите в мой инстаграм, и там я в сторис реально каждый день публикую напоминалочку про этот конкурс, поэтому пост найти с конкурсом будет совершенно несложно. И условия там минимальные, которые только можно было сделать для такого крутого подарка. Подписывайтесь на инстаграм, я всех вас там жду, и там очень много крутых фотографий с новинками по хэштегу Ангелина Новинки. Просто слитно. Ангелина Новинки. И вы увидите всю продукцию. Там не только новинки, там разная будет продукция. Фух, выговорилась. Все, всем спасибо и до новых встреч. И у меня телефон подвис, чтобы я выключила видео. Все же хочет телефон, чтобы я с вами подольше побыла. О, все. Всем пока.